Истинное учение тоже от Бога есть предание. И доказательство, что в этой главе, что будут читать в субботу, можно есть животные, которые рассечены копыта и живут в жвачку. Вы слышите, да? Так, это коза, овца и корова, так? Талмуд говорит удивительнейшие вещи. То, что в воде мы можем есть те, которые имеют чешую и плавник. Так написано в Торе. Снапир – плавник, каскеса – чешуя. Талмуд говорит, не ищи плавник. Если есть кусочек маленький, что видна чешуя, не ищи плавник. Мы гарантируем, что всякая рыба, имеющая чешую, имеет плавник. Надо подумать, эти слова мы гарантируем. Моря занимают больше половины планеты. Животных там без конца. И есть животные на глубине 4-5 километров. И не знаем, какие и что. Кто может гарантировать, что всякий, кто имеет чешую, имеет плавник? И поэтому, кто найдет рыбу с чешуей без плавников, пусть придет ко мне, Санедре Мухеве, дом 107, квартира 10, получает $1000. Второе. Животные, которые, значит, разбиты копыта и живут жвачку. Тому дает другой признак, что если у них, смотрите, нет этих зубов верхних, нет верхних зубов, они и чешуя, то есть и разбиты копыта, и живут жвачку. Откуда они это берут? Из головы или предание от Бога? Что если нет верхних зубов, они все кошерные. Моше не мог обойти весь земной шар, включая Австралию. Кто найдет животные без зубов и не кошерные, получает $1000. Третье. Есть кошерные звери. Олень, там лань. Признак. Если рога им немного ветвистые, то она кошер. Мы это сказали биологу университета Иерусалима, он удивился. Я первый раз слышу, какая себе. Ну давайте я проверю. Проверял 2 года, есть у меня статья, что это точно. Уже сколько? 3. Четвертое. Свинья разбита копытом, на ней живет жвачку. Так интересный вопрос есть. У нее разбиты копыта, на ней живет жвачку. Нашли животные, кроме свиньи, тоже разбиты копыта, не свинья. Можно есть или нет? Жвачку нельзя видеть, у него рот покалечен. Талмуд говорит, хозяин мира знает, сколько он сотворил, кроме свиньи нет. Всякое животное с разбитыми копытами, кроме свиньи, кто это может сказать? А шаба не агит бы иврит.